качестве следующий знак Дева. Интеллигентно, наблюдательно, способна мыслить логически, у Дев аналитический склад ума. Кредо Девы, если стоит что-то делать, то только хорошо. Уважает и ценит эрудицию, обладает разносторонними интересами, чрезмерно высок критерий значимости, постоянно стремится к совершенству. Многие люди, рожденные под этим знаком, достигли высоких результатов в избранной ими деятельности, потому что если что-то они делают, все должно быть по полочкам аккуратно, качественно, в общем, и лучше, или иначе вообще никак. С девами сложновато. Почему? Потому что они педанты, особенно, знаете, вот в таком порядке. То есть у них на работе должен быть порядок, дома должен быть порядок идеальный. Но комфорт так не создашь, когда у тебя будет, да, как в музее, все идеально. От людей также вообще любят, чтобы все вот прям идеально было в поведении, да, какие-то там необычности такие, какие-то, значит, творческие, излишне такие чудаковатые люди, их просто раздражают. И девы все-таки более материальны. Девам тоже нужно научиться воспринимать людей такими, какие они есть. Ну и про дев тоже понимать, что вот это ворчание, допустим, по поводу какого-то порядка, это просто вот они такие натуры внутри. Еще раз говорю, с темпераментом мы рождаемся, характер вырабатываем. Делайте так, чтобы всем было комфортно рядом с вами жить, а не только вам.